Ну что, ребята, здравствуйте. Вы готовы к кринжу? Кринжейк 2. Самая, по мнению многих людей, отвратная часть Quake. Ничего не знает, самая лучшая часть. Как была, так и осталась. Категория кубомота не персент. Разница в том, что будет использоваться физика из Quake World, то есть как физика Half-Life, как можно наблюдать сейчас. По идее, я не должен делать такие стрейфы, но спасибо Source Proto Q2 Pro, и это становится возможным. Такс, для полного погружения в атмосферу Quake я буду ранить с саундтреком из игры. Я думаю, мы половину саундтрека успеем прослушать. Так, ну что ж. Давайте вот так. Все. Погнали. Противники любят здесь очень сильно стопать. Но пока что, в принципе, все нормально. Ах, почти попал. В целом, ранится на две части. Первая часть — это менеджмент здоровья. Вы должны получить как можно меньше здоровья до... Ой, меньше урона до определенного момента. После этого ран становится довольно-таки простым. Здесь мы делаем даблджамп с бластером. Пропрыгиваем, убиваем этого гладиатора. Стараемся не словить гранат. К сожалению, я немножко словил дэмэджа и не поднял карту. Зато я делаю вот так. При попадании противников они стагерятся, я буду это очень часто использовать в начале, чтобы они нам не мешались. Поднимаю тут ништяки всякие. Вот, к этому моменту у меня 100 хп, это очень хороший показатель. Случайно сделал даблджамп, ну ладно. Окей, мы ждем, когда вот этот строк нам подыграет немножко. Супер. Передаю, кстати, привет моему литовскому другу ДБ Додору. Hello, my friend. Пока здесь ничего необычного. Здесь вот поднимаем аптечки на всякий случай. В принципе, мы не теряем от этого почти нисколько времени. Вот эту коробку желательно взорвать, чтобы строги нам не мешались. Вот теперь самая главная часть. Здесь нужно иметь максимальное количество здоровья, максимальное количество брони. В принципе, броня у меня впитала чуть-чуть, это ничего страшного. Здесь я включу квад, чтобы эти челики мне не мешались. Кидаю гранату. Таймлю бластером прыжок. Летаю наверх, здесь глад, убиваем. Две аптечки, 55 хп. Ну, печально, ладно. 50, в принципе, все равно нормально. Прыжок. 24. Ну, надеюсь, хватит. Сейчас проверим. Раз, два, три. Вот это печально. Вот это мега печально. Раз, два, три. Нет, видимо, мне... Видимо, немного маловато у меня здоровья. Раз, два, три. Найс. Живем. Ой, я долетел. Неприятный прыжок. Ладно. Я чуть-чуть не уехал
но не уехал. Летим дальше. Здесь соберу здоровье на всякий случай. Здесь мы скидываем патроны, активируем кнопку и пролезаем до того, как эта дверь закроется. Дверь эта нас не раздавит. Она будет только постепенно уменьшать здоровье. А мы успеваем в это время пролезть. Все. Одна из самых тяжелых частей рана пройдена. Сейчас остается лишь только кайф. Вот это был кайф. Балдеж. Очень криво, очень криво, но ничего страшного. Не в AirPace это точно. Но, в принципе, ой, быстро. Следующий уровень, здесь подниму аптечки. Чуть душноватое место, но нормально. Здесь поднимаем карту, стагерим. Вот этот Саш нам не нужен. Открываем дверь. Чуть полечусь. С кайфом. А, заложил. Неплохо здесь. А, не перепрыгнул через инженера. Ну ладно. Здесь поднимаем два квада. Бандольер. Этот чел нам мешает, Сейвимся. Буст. Отстань от нас. Ты тоже. Не обращаем на них внимания. Поднимаем целы. Они нам понадобятся чуть попозже. Здесь переходим, включаем квад, убиваем Вардена, вроде, не помню. Ходим, убиваем вот этого чела, забираем карточку. Молимся на рандом, а рандома нет. Обычно там строк может открыть дверь. В моем случае это не прокатило. Ну да ладно. Проходим чуть дальше. Здесь поднимаем броник с аптечками. Прыгаем на сверху на дверь. Поднимаем чинган с ПСом, который я чуть не забыл. Открываем консоль и пытаемся вспомнить, какой бин ПС. Это V, все замечательно. Все, включили ПС. Здесь немножко вот этих вот ребят измельчу, чтобы они не мешались. Это фул зря я сделал, надо было ему на голову прыгать. На самом деле, мне нужно было здесь чинган достать. Не забываем, я в тельте. Ау. Ау. Так, вот этот парень может нам подблочить чуть-чуть, но... Он не настолько настырный. О, дверка открыта. Красавчик. Нет, не красавчик. Ладно. Катит. Вот здесь еще может рандомный быть шанс того, что дверь будет открыта, но мне не повезло. Игнорируем этих людей. Прыгиваем сюда. Активируем пирамиду. Падаем на голову этого челу. Обычно он вниз должен лететь, но ладно. Так как лифт об него ударяется, лифт начинает ехать вниз. Здесь у нас будет босс... Батл небольшой. Вот этих ребят нам надо завалить. Чтобы вспомнить, с какой стороны здесь ломается стенка. Но я думаю, квада мне все равно должно хватить. Вроде с этой. Нет, наврал. Ладно. Не в AirPace, но да. Сойдет. М
нажимаем кнопку, ломаем вот это, переходим. Наконец уровень. Ранее, ты знаешь сюжет игры? Да, я знаю сюжет игры. Ужасные строги атаковали нашу планету, хотят превратить нас в роботов, киборгов. А мы не хотим, поэтому мы воюем с ними. Да, в общих словах. Так, дальше у нас тильтовый джамп, который я, хоть убейте, не помню, как делать. Поэтому будем сейчас наблюдать на кринж. Вроде куда-то сюда, что ли? Нет. Значит, вот сюда. Кайф. Поднимаем вот этот квад. По-хорошему здесь можно с рокет-джампами сейчас полетать, но я не хочу рисковать. Тратить здоровье. Сейчас еще один тильт-момент. О, вот это был не точно балдеж-момент. Кайфую. Теперь вот этот вот интересный прыжочек. Так, ребятки. Я с вами не общаюсь. Жмем на рычаг. Рычаг нажался, супер. Я уже не в тильте. Оп, я вообще не в тильте. Вот, ради сейва, короче, подъем немножко аптечек. О. Перепрыгиваем сюда. Достаем чайник. Вот этих ребят нам нужно вынести. О, он меня сломал инву. Замечательно. Прыгиваем мы вот сюда. Садимся вот сюда. И мы должны быть неуязвимы. Goodbye. Так, вспоминаем следующий бинт, потому что я последний раз играл черное сколько назад, но я уже вспомнил. Это Б. Здесь мы уязвим квад и инву. Залетаем наверх, кайфуем. Немножко бустим себя, но чутка безуспешно. Тут пока я немножко сейфово сделаю, потому что я не уверен, что мне хватит патронов. Кстати, до конца вот этого коридора у меня должен быть все еще активен быть квад, чтобы сделать вот это. Я успеваю. Балдеж. Переходим на следующий уровень. Он у нас мега короткий. Попробую здесь бандольер. Не взял, ладно. Здесь. Ладно, это F3. Ну, молодец. Вот это тебе нужно было сделать, чел. Опа, Гудини. Так, надеюсь, мне хватит сейчас ракет. Потому что с ракетами у меня немножко печально. Я уверен, что я сейчас словлю ужасный цикл. Ракеты здесь есть. Кнопка. Рокет. Шотган. Здесь желательно было рокетом, но у меня мало ракет. Здесь рокет. Я очень сильно туплю, потому что я немножко не помню раунд. Ладно. Ладно, я вас понял. Не критично. Ладно, хотя бы цикл более-менее нормальный здесь. Ой, вот это было неплохо. Ну, зато здесь не очень цикл. Ну, ладно. Так. Все, здоровье есть. Кайфуем.
Оп, no tilt moment. Кайфуем. Так, вот здесь может быть тилт, кстати. Вот эти вот пацаны с рилганами очень любят мешаться. Здесь мы спрыгиваем, Iron Maiden убиваем. Достаем диск, ракетницу, бустимся. Хорошо! No tilt. Вообще. Tilt free moments. Это все потому, что саундтрек играет. Так, а теперь мне надо вот так что ли сделать? Я уже не помню. Ой. Кайф. Даже вспомнил. Следующий уровень Big Gun. Местный босс. У нас куча машин-ган патронов. Бам-квад. Все, нету босса. ССГ, бой. Мясо. Кнопку нажали. Сейчас будет self-destruction. А нам нужно отсюда уйти. Вау. Супер. Обычно он начинает диалог свой, этот, сообщение получать намного раньше. Поэтому это было довольно быстро. Серфим на этих пацанах. Ой, какой серф. А. Не знаю. А, да. Здесь нужна глава командора. Access granted. Душная локация. Куча вот этих вот товарищей, которые хотят умереть. Но им не дают, кстати. Нет. Не здесь? Да, она не здесь. А, да, вот здесь. Нажимаем, получаем диск. Очень узкие коридоры, очень много противников. Как видите, они не дают мне проходу. Кстати, если я сейчас не буду в тильте... Ой, поехали. Дружище, поехали. Если сейчас я не буду в тильте, я вам трикс покажу. Спасибо. А, не, я покажу этот трик. Я не в тильте. Все, я мега не в тильте. Возвращаемся обратно. Кидаем гранату. Так. Тут надо. О! Великолепно. Второй трай. Это было супер. Здесь, конечно, можно на рокете подняться, но я немного туплю. Но да ладно. Так, здесь армурчик с аптечками съедим. Так, вставляем голову. Проходим дальше. Сейчас скоро будет один из моих самых любимых уровней, точнее мой самый любимый уровень в игре. В котором можно попрыгать свободно примерно в секунд 10. Но это очень классно. А вот это плохой глич. Иногда он случается, это нормально. Сейчас меня отпустит. Надеюсь, да. Все, меня отпустило. Жмем кнопку. Опускаемся вниз обратно. Вот этот челик сейчас будет у нас кидать гранаты. Но мы непоколебимы. А здесь... Какой-то коробки здесь квад. Вот здесь вот так возьму ракеты на всякий.
Ой, у меня, кстати, шотган-шеллы кончаются. Это печально. Так, цикл я не попал, поэтому придется немножко подождать. Ой. Все, найс. А, ракеты, бой, полетели, нажали. Если я сейчас залечу, это будет вообще топ-балдеж. Почти. Почти. Супер. В принципе, сэкономил нисколько этим я способом. Так, что-то мало у меня здоровья. Я хочу немножко сейвово сыграть. Вот здесь нужно спрыгнуть. Rocket Jump. Не получилось. Оп. Вот так вот делаем. Здесь можно рокет пустить, но у меня мало здоровья, я боюсь. Так, здесь на всякий случай это делаем вот так. Потом, что можно делать? Вот так. Вот так. Ну все, кайфуем. Ой, отстань. Рокет наверх. Проходим мимо этих всех противников. Нас здесь никто не подблочил. Какой кайф. И тут наступает мой любимый уровень. Начинаем мы его вообще. Плохо. Ну ладно, пойдет. Ладно, меня троллят, но ничего страшного. Я исправлюсь. Ой, как я вжался. Ой, эрстрайк. Ой, пролетел. Ой, падаю. Кайф. Ух. Это было хорошо. Ну, точнее, не хорошо, но было приятно. Так, вот этих парняк не обязательно убивать, но... Покайфуем. Сейчас они умрут. Бам. Бам. Оп. До свидания. Жмем кнопку. Можно пойти подлутать что-нибудь, если я успею. А, не успел. Ну ладно. И чеки бы я забрал. Уф! Чищ! А. Я обязательно успею. Может мне с наклона отпрыгнуть? Вот так. Кайф. Неу, неу. Ой, броник. Встань. О, а вот тут, кстати, еще один тильт-момент будет. Он довольно сложный. Ну, надеюсь, мы балдежники. Оп, оп, оп. Вау. Кажется, я забалдел. Подниму немного патронов на всякий случай. Здесь в идеале, конечно, успеть до того, как у меня квад кончится, но я почти успел. Ну ладно. Довольно медленно было, но ладно, сойдет. Так, сюда. 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 Так. Вот тут я сейфово сейчас максимально пойду. Мне нужно вот этих вот всех товарищей завалить. На бок кнопку пораньше нажать, ну ладно. Все, пуклер. А, у меня рокета здесь не хватит, наверное, да? Попрыгать. Чуть повыше подняться. Нормально. Если бы я там не зачистил противников, то у меня бы потом могли возникнуть довольно-таки большие проблемы.
за количество. Здесь мы берем диск, возвращаемся обратно. Оп, оп. Обычно, если не убить здесь большого парня, он встанет здесь вот под эту штуку и, короче, будет очень сильно мешаться. Но, кстати, мы... Здесь. Поднимаем. Почти. Кайф. Кайф. Блин, лифт поднялся. Ну, ждем. О, мне здоровья не хватает, кстати. Встань, братан. Ну, теперь мы опять возвращаемся, где мы поднимали диск. Здесь ждем, когда нас триггернется. Супер. Оп, братан, спасибо. Оп, next level. Мы, кстати, к концу подходим уже. Ой, ничего себе, 25-22. Ладно. У нас last level, по сути. О, красиво. Полетели. А как? Вы не в курсе, как это произошло? Да, елки-палки. У меня опять... Ну, что такое? Геометрия в этой игре — это просто моя любимая вещь, супер. Черт! Так, ну что ж. Поднимаем эти вещи. Мне здесь нужны вот эти штуки. Бам, хват, погнали. Оп. Он стал... Урон перестал по нему проходить. Теперь мы делаем вот так. Оп. Он в тильте, кстати, я нет. Конец. The end. А вот и, собственно, все. Это был Quake 2 Cube Mod. Надеюсь, вы забалдели. Я на самом деле тоже забалдел, я давно не ранил Quake, и прям некоторые моменты мне прям очень понравились, поэтому кайфуйте.